Ладно, давайте я вам сейчас свою историю расскажу. Короче, было это лет 10 назад. Я тогда был эмо, но у меня прям узкие штаны, прям такой вот. Прихожу в пятницу, помнишь, клуб пятницы, прям обрыготня такая, там стоят охранники, прям гопники, такие здоровые гопники. И огромная очередь. Я подхожу, как бы, ну, просто подхожу к этому охраннику, он начинает меня обыскивать. А вот когда было лето, как бы, я как бы без трусов ходила, как бы у меня писька вот знаешь, вот в эту сторону, как бы, раз. Как ты показываешь? Легла, вот так, раз, легла. И, короче, он мне подходит, начинает общупывать, и, знаешь, прям такой дотошный, сука. И такой, знаешь, и щупает мне такой, так, это что? И щупает мне член, я такой прям, бля, стою, у меня друзья, тут до хера людей, я такой... И не знаю, что сказать. Так, что это такое? Я еще вот так, знаешь, так от него такой, типа... Ну не надо, он такой, так, стой, блядь. Что это? Я такой... Так, доставай. Я такой... Я не могу. В смысле не могу? Доставай. Я такой... Это мой член. И он прям... Прям видно по нему, как он, блядь, в этот момент просто бежит домой. У себя в голове, в душу. И такой... Нет! И он просто вот такой... Проходи.